Сегодня представители ДЧС провели брифинг о последствиях природной стихии на Камбаше. Пропавшая в Кызылорде 17-летняя девушка нашлась в Алматы. О пропаже девушки родные сообщали в полицию 25 марта. Она вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Совместными усилиями полиции и родственников девушка найдена в Алматы. Сотрудники управления полиции направлены в рабочую командировку в этот город для доставки ее домой и передачи родителям.